Да, всем привет, всем привет. Вы снова на нашем канале, вы снова на нашем банке. Сегодня у нас Макдональдс. Сегодня у нас Макбанк. Макбанк. Мы специально попросили Макдональдс выключить звук для нас, чтобы нас не заблокировали. Походу у них здесь нету. В Маке нужно кушать все быстро. У меня шрим ролл. В принципе, это единственное, что я здесь люблю. Блин, не с той стороны открою. Стоп. Фейл. В общем, здесь так тихо, что не уютно. Потому что на весь Мак говорим только мы. Еще взяла какую-то дерзкую клюкву или что-то такое. Что-то новенькое у них. Ну что мне не нравится, потому что приходится быстро есть. Какой-то новый соус, что ли, сюда добавили? Ну, мне нравится. Конечно, в Мак мы пришли без идеи. Грешим. Кстати, в Маке можно брать не на вынос, короче. Просто сейчас везде, и в Бургер Кинге, по-моему, и в KFC-шке. Что интересно, здесь даже тебе приносят. Да, стали, кстати, приносить. Ну, уже давно. Но после Бургер Кинга вообще ладная фишка. Я вот кушаю и чувствую соль и всякие специи. Причем взял печиво по-деревенски? Не по-деревенски. Okay. Что-то там мега-мега. Там бекон, сыр и картошка. Нет, привет. Я уже все засолся. Сегодня у нас горчичный. Все отключили там. Обязательно сладкий чили. Сладкий чили обожаю. Еще я здесь заценил вилочки, ложки. Они вообще выглядят офигенно. Я бы таких домой набрал. Надо узнать, где они придут. Ну, наверняка для них спецзаказ. Артикул есть. Мне прям нравится. Мне прям нравится. Я сюда, наверное. Кстати, сегодня Всемирный день театра, но, наверное, я не знаю, как вообще этот день отмечают, потому что у нас сейчас все, наверное, закрыто. Не знаю, мы театр редко посещаем. Я знаю, что у Квентина Тарантино день рождения сегодня. Интересно, как он отмечает его. Какой-нибудь фильм снимет за день. Творческие люди рождаются в такие дни. Кстати, просили передать приветы, ответить на вопросы. Всем привет. Сейчас я еще найду. Нам все отвечу. Без этого. Самое интересное, пока ты голодный, ты это ешь, а когда наедаешь, ты потом чувство вины возникает. Каждый раз. У нас уже 1912. Мы почти уже набрали две. Так. Спасибо за то, что подписываетесь на наш канал. И ставьте обязательно лайк или дизлайк. Любое ваше движение. Пока я ищу ваш вопрос, можете подписаться.
Так, какие блюда любите готовить больше всего? Спрашивает Ипа Байк. Не знаю, может быть неправильно. Вам большой привет. Готовить любим больше всего то, что готовится очень быстро и просто. А вот прям что-то определенного такого нет. Чаще всего мы жарим картошку готовим. Да? Ну вот из такого, да, простого, да, картошечку шлёпка. С удовольствием поесть, это вот картошка, в любом ее виде. Вот, предлагайте нам шаурму. Мы, кстати, уже подумали насчет шаурмы, но мы ее сделаем покупную. Сергей кушать мы, конечно, не будем, но мы либо снимем в машине с Артемом, если будет покупная, либо мы думаем приготовить сами. Ну, сами. Мы сами вообще шаурму не готовили. Вот. Я люблю поверх бургера еще соуса добавлять, чтобы они посочнее были. Космос Стар, передаем вам большой привет. Екатерина Кравцова, вы, правда, просите приветик от Вигуши, но у нас сегодня мукбанг без нее, поэтому мы передаем... От имени Виги. От имени Виги, да, мы передаем вам привет. Мы вам передаем привет. Так. Шаурму, конечно, мы кушали. Кстати, тут так что-то. Вика Логачева, вот, да, вы спрашивали, зачитать вопрос, кушали хоть раз мы шаурму. Да, мы кушали шаурму и не раз, и не два. Короче, много раз. Привет из Казахстана нам передают. Вообще, это очень классно, когда мы видим приветы из какой-либо страны. Ну, Казахстан — это наш дом родной, поэтому с Казахстана нам еще приятнее получать приветы. Айдана Булат тоже нам привет из Казахстана передает. Так, Елена, вам тоже привет, вы нам тоже передаете привет из Казахстана, спрашиваете, в каком городе мы жили в Казахстане. Вот мы жили в Караганде, мы жили в Актау и мы жили в Кызылорде. Да. Софи Айс, у вас был хороший вопрос. Вам большой привет. Давайте первый вопрос, во сколько лет мы начали встречаться с Артемом? Можете наш карточку попробовать. Спасибо. Это новое? Просто какая дегустация. Вот так. Смотрите. Вот. Происходит. Подфартило. В общем, с Артемом мы стали встречаться. Мне было 20, ему было 19. Потом, получается, мне уже было 21. Исполнилось. Сколько же мне было потом? 20. А, нет! Мы же с тобой одногодки. Мне было 20, и тебе было 20. Потом мне было 2. Мы с ним начали встречаться буквально за пару недель до моего дня рождения. Получается, нам было по 20, и потом через неделю мне 21, а ему только через полгода было 20. Вот так вот. Что-то я совсем, правда, перепутала. Математика сложная вещь. Не каждому дано. Так, что думаешь о нынешней молодежи, что с 13-14 уже имеют парней? Ну, нормально это или нет? На самом деле, у любви нет возраста. Это имеется в виду не только в старом возрасте, но и в молодом. И если... скажем так, тинейджеры, подростки, в кого-то влюбились, это наоборот хорошо. Когда это какая-то светлая, чистая, нетоксичная, нормальная любовь у подростков, почему бы и нет? Ну, естественно, это должно быть как бы, ну, не то чтобы под контролем родителей, но это не должно
быть запретным. Это не должно быть. Ну, то есть, если вы любите, почему вы должны себя подгонять под какие-то стандарты? Ну, если вы не влюбились в 14 лет, ничего в этом страшного нет, и не нужно бегать и искать. Вот у моей подружки уже есть парень, а у меня нету, или наоборот, там, девушка, или еще что-то. И вы ищете, лишь бы кто-то был. Конечно, опять же, это нет. Но если у вас есть, действительно, вы в кого-то влюбились, почему? Ну, вот почему бы не поддерживать здоровые, хорошие чувственные отношения в этом возрасте? Потому что это у всех по-разному приходит. И не значит, что если вы в 13 полюбили человека, будете с ним всю жизнь. Нет. Опять же, это должны быть безопасные, здоровые, нетоксичные отношения, не какие-то трагичные, абсолютно здоровые, нормальные отношения. Да, такие я поддерживаю. То есть это действительно абсолютно нормально, абсолютно норма. Ничего в этом нет страшного. Если вы чувствуете, что у вас какое-то напряжение с родителями, не вините в этом себя. То есть здесь нету вашей вины, пока вы еще ребенок и живете под их ответственностью. Но это нужно исправлять. И если ваши родители не догадываются, если для них это нормально, вы чувствуете, что это не норма, то вы как подросток уже тоже можете это исправить и подталкивать, то есть, скажем так, требовать от родителей нормального к себе отношения, но не в плане, знаете, такого, что... То есть, например, вы хотите больше там, советов от мамы или от папы, вы хотите с ними больше чем-то делиться, но вы знаете, вы не делитесь этим, то вы можете абсолютно спокойно, например, даже самостоятельно обсудить это со школьным психологом. В каждой школе есть психолог. Они для того, чтобы... Они не просто сидят там, бумажки заполняют, а для того, чтобы вы к ним обращались. Не обязательно приходить и рассказывать им все свои секреты. Если тема есть, которая вас тревожит, и вы не можете обсудить это со своими родителями, но вы пытаетесь, но ваши родители до них не доходят, то есть вы не получаете то, чего вы хотите, то это может быть и классно. Ну, я просто говорю, это ближайший, да, самый явный пример, к кому вы точно сможете обратиться. Или старшая сестра и брат. Да, то есть если у вас есть там какие-то родственники, с кем у вас более доверительные отношения, можете сразу обратиться к ним, либо вот, если вообще никого нет, школьный психолог, у которого всегда дверь открыта. И туда вы можете всегда-всегда обращаться. Все. Но это должны быть взрослые люди, то есть, опять же, не такой же тинейджер, подросток. Ну, даже не то, что, в таких, скажем так, отношениях, не в таких отношениях, а в таких делах для решения вот этих вот вопросов должен быть, да, как бы вышестоящий, опытный, взрослый, осознанный человек. Все, вы можете у своего ровесника спросить, например, что сейчас модно, да, он может вам подсказать, там, музыка модна, еще что-то. Ну, именно те вопросы, с которыми в каждом возрасте мы сталкиваемся с определенными сложностями, с определенными проблемами. Поэтому старайтесь, опять же, это все делить, чтобы спрашивать именно... брать советы или брать какой-то опыт именно у того возраста, чтобы человек соответствовал своему возрасту и опыту. Вот. То есть, если вы даже хотите, например, встречаться с кем-то, или, например, даже вас наоборот это беспокоит, что, например, наоборот, вы не хотите с кем-то встречаться, вот вам кажется, что ваши там подружки или парни уже не встречаются, вам это не нравится. Это тоже можно, опять же, обсудить, почему вас это беспокоит, почему вам не хочется в этот возраст. Ответить на свой вопрос, не смотреть не со стороны, что делают другие, а просто всегда отвечать на собственные вопросы, находить ответы на собственные вопросы. То есть, если вам хочется встречаться, но вам кажется, блин, наверное, это рано, ответьте на свой вопрос, почему вам хочется встречаться, почему вам кажется, что это слишком рано. Или наоборот, вы уже все встречаетесь, вы не хотите встречаться в этом возрасте ни с кем. Отвечаю опять на собственный вопрос, почему я не хочу ни с кем встречаться и почему другие уже встречаются. Все. Находите ответы, и потом вам вообще еще проще становится. Но если вы не можете найти ответы,
на свои вопросы, то мы идем и обращаемся. Я уже говорила. Все. В общем, булочка была сухой. И не зря я купил горчичный соус. Ну что, попробуем? Тортик? А, кстати, да, пока еще не сильно наелась. Угу. Наверное, это смак кафе или это просто... Не сказали, пакетов шаги. Какое-то воздушное наполнение. Похоже на кекс. У них просто была какая-то дегустация, не сказали. Какие-то кусочки фруктов. Я почему-то не каждое видео забываю про что-то рассказать. А потом я вижу этот вопрос и думаю, так, надо будет в следующем видео рассказать. И не могу вспомнить. А про что? Ну, с чаем я бы попил. Ну, несколько. Масляно? Хочешь, мой съешь? Давай. Такое рыхлое тесто и начинка воздушно-творожная с какими-то фруктами. Надо бы посмотреть, что там за торт такой. У нас объявлены выходные в России. С 28 марта по 5 апреля. Костям. Он будет работать там в больнице, все, ну, все как обычно, все как на новогоднем празднике. Просто будут длинные выходные. Понятно, почему это объявлено. Не будем уточнить. Но... Имя нельзя называть. Ага. Не будем говорить, кто это сказал, в связи с чем это сказал. Главное, что вы поняли. Ты хочешь фильм какой-нибудь посмотреть? Типа Гарри Поттера какой-нибудь? Ну, не знаю. Я бы посмотрела. Я просто эту фразу назвал, ну, озвучил сейчас, она же из Гарри Поттера. Какая? И... Как она правильно там? Имя того... Про Волан-де-Морда они говорят постоянно. Чё имя нельзя называть? В общем, как-то так вот фраза-то звучит. Ну, просто я вспомнил по Гарри Поттеру, это как бы... Я вообще... Гарри Поттера... Мне кажется, многие бы сейчас меня закидают. Я не говорю, что это плохой фильм или еще что-то. Это не мой жанр вообще. Это вот Гарри Поттер, Властелин колец, Игра престолов. Ну вот, то есть, вот не могу, знаете, вот так вот тоже погрузиться и вот смотреть, просто вот надоедает не смотреть так долго, так много. Это мы ни одну серию не посмотрели из «Игры престолов», как да. Это ни странно. Я начала одну смотреть, там 40 минут или что-то там, час 40. Они такие большие, длинные серии. Я обычный фильм тоже не могу смотреть. А если меня ничего не цепляет в фильме, и вот я не могу его взять и досмотреть. Ну, плохо вот надо, типа, посмотреть. Какой фильм ты последний смотрела? Ну, вот, например, «Интерстеллар», да, я смотрела от начала до конца. «Пассажиры», да, тоже интересный фильм, если из этого жанра. «Пассажиры»? Да, мы с тобой смотрели его в частном кинотеатре. Ну, мне тоже в космос улетели. Ну, если там. Я забыла его, то что? Я тебе напомню. Я еще, знаете, что могу? На день рождения твоего. Могу смотреть фильм. Нет, частный кинотеатр я помню, но я не помню, чем там смотрел. Я могу смотреть фильм. Ну, включить фильм, смотреть. И думать, что этот фильм не видела. Вот это в середине фильма вспомнить, что я, кажется, его видела. И все, концовка мне уже не интересна. А ты сидишь и досматриваешь потом один? Даже если мне не интересно, то потом один досматриваешь. Сильно нет. Я еще хришку взяла. Сейчас додавимся хришкой. Так, у меня приходит чувство вины, зачем я все это съела. Уже?
Иди два пальца просто. Попробуй тортик. Знаешь, это дыня или что? Это мне даже кусочек попался, но я не понял. Это персик, это дыня. Маковский десерт, короче. Папа свин. Свин как-то. Я еще... И мне очень сильно понравился фильм «Нуар Геш». Это единственный фильм, который я не смотрел. Который я пересматривала 1000 раз. Я купила книгу, прочитала книгу. Потом я купила книгу про фильм, потом я купила книгу самой этой гейши. Сама эта гейша. Подожди. Я гейша написала книжку, потому что ей не понравилось, как там отсняли фильм. Ну, типа, вообще не то, не правдоподобно. Я прочитала ее книгу. Ну, конечно, она действительно описала более жизненно всю эту ситуацию. Но мы бы тогда фильм не смотрели. Ну вот, еще. Так что, что еще? Ну вот, «Любовь и голуби» я любила в детстве фильм смотреть. Вот такое, знаете, как бы даже в детстве у меня спрашивали. Там не один дома, еще что-то. «Любовь и голуби». Это вообще нормально. Да, «Любовь и голуби». Все. Она прям обняла ее. Смотрите. И все так. Может, тебе не хватало деревенской жизни? Да. Ну там не про деревенскую жизнь, он же наоборот городской уехал. Не, ну там начинается же с деревни. А, вот. Ну так все. Уже хватит. И живот, и зубы. Подоедаем фишку и прощаемся с вами до нового года. Ну что-то ты зря сказала, доедаем. Что, не будем? Нет. Мы не будем. Все, спасибо, что были сегодня на нашем банке. Ждем вас завтра. До новых встреч. Пока. Все.